Большинство этих работ обычно находятся в фондах хранилища Третьяковской галереи. Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Константин Истомин, Павел Кузнецов, Сергей Герасимов и другие не менее известные мастера 20 века. Здесь представлены те картины художников, которые позволяют взглянуть на их творчество с нового ракурса. Очень многие из этих известных художников имели в Подмосковье дачи, мастерские. Вот эта жизнь рядом с семьей, на природе, по-другому ориентировала их творчество. И для многих это даже будет своего рода реабилитацией. Например, для Александра Герасимова, которого многие считают исключительно официальным художником. 50 произведений были отобраны из запасников Третьяковки специально для Владивостока в рамках федерального проекта «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Серию бесплатных передвижных выставок и мультимедийных шоу в 8 городах страны организовала в честь своего 70-летия совместно с Третьяковской галереей, Институтом русского реалистического искусства, компания «Ингосстрах». Сложно было придумать красивый, интеллигентный формат, в котором можно отметить юбилей такой компании, как «Ингосстрах». Сейчас с гордостью могу сказать, что проект уже точно состоялся. Мы сегодня в завершающем городе. И что мне приятно, насколько, как нам кажется, для каждого из городов, в котором мы были, это было культурное событие. Ну и для меня лично я могу сказать, что таких серьезных культурных событий в моей жизни тоже не так много было. «Окна в Россию» – третий для Приморской картинной галереи совместный с Третьяковской галереей проект. К слову, именно Владивосток стал первым городом, который инициаторы предложили как площадку для проведения выставки. Я помню, как Зельфира Исмаиловна позвонила и сказала, что вот Лена Алексеевна где-то в конце года, в ноябре, вот есть такой проект от «Ингосстраха». Мы не знаем, как он еще будет выглядеть, мы пока думаем над его форматом. Но у вас будет площадка для того, чтобы представить? Я сказала, конечно, да. Конечно, у нас будет площадка, потому что каждая такая выставка – это совершенно уникальное событие. Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» – одно из самых масштабных культурных событий 2017 года во Владивостоке. В 2019 году Третьяковская галерея планирует открыть здесь свой филиал и в дальнейшем ежегодно организовывать в городе серьезные проекты. Увидеть все работы художников, которые обычно хранятся в запасниках Третьяковской галереи, жители Приморья смогут совершенно бесплатно до 14 января 2018 года. Также у них будет возможность посетить интересные лекции и встречи в Приморской картинной галерее. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.